Вася, привет. Привет, Игорь. Прошлый диджей-сэндвич у нас был с индейкой. Вася хотел сделать сэндвич свой с корейкой. Мы сказали нет, поэтому он будет делать свой сэндвич с корейской капустой. Все-таки кто же убил Лору Палмер? Чиабатта. Значит, морковка. Значит, морковка. Самые вареные яйца. Яйца гигантских перепелок. Дальше. Самый твердый сыр в мире, самый. Посвящается Москве, российский сыр. И супер вкусная курочка. Каждый мужчина должен уметь нормально грилевать чиабатту. Вася расскажет о своем любимом фильме. Значит, всем рекомендую. Посмотрите фильм «Голова ластик». Фильм стоящий, красивый. И одну чиабатту мы отгриливали жестко, а другую помягче. Раз, два. Наш фан-пейдж в Фейсбуке девочки-подростки засыпали письмами. Пожалуйста, снимите следующую передачу с Васей. Мы хотим сэндвич от Васи. Вот, пожалуйста, получайте сэндвич от Васи. Следующим этапом мы накладываем морковку по-корейски. Именно. Надо аккуратно накладывать, мне простите. Давай. Курица или яйца? Вася настаивает на драм-н-бейсе. Сколько яичек укладываем? Никто не знает, но у нас в передаче есть суфлер. Он здесь снизу сидит, вот там просто не видно его. Под столом. Раз. Раз. Блин, я не знаю, что рассказывать. Я зануда, на самом деле. Сноб. Ох, какой горячий, ох, зараза. Какой холодный. Ах, зараза. Друзья, после этого сэндвича сразу нужно целоваться. Вася с морковкой в народ. Какое сейчас в Чернигове самое модное место? Отчетливо говорю. Люда – волшебница. С капустой корейской. Отлично.